мнение, которое является частью французской политической культуры, это норма, и это все должны признавать, кто живет на территории Франции. И когда появляются люди, убивающие журналистов за эти карикатуры, это, естественно, вызывает, на мой взгляд, даже не столько наступательную, сколько защитную реакцию у французов. То есть они защищаются вот этими огромными демонстрациями от пришельцев, агрессивных пришельцев, которые пытаются, как они считают, навязать им свой порядок вещей, свои собственные нормы, что вот что-то...